Соревнования по бадминтону в Новозаполярном – событие долгожданное. Однако в этот раз спортивный праздник длился недолго. Вахтовый метод и ночные смены сократили число любителей ракетки и валана чуть ли не наполовину. В итоге игры провели за один вечер. Состав игроков оказался разношерстный, поэтому остановились на парных выступлениях. Для того, чтобы определить победителя, пришлось сыграть 8 партий. Несмотря на то, что сильных соперников было немного, удовольствие от встречи все-таки получили все. Первыми стала двойка из ОЭВП в составе Александра Корнуса и Азата Ахмедшина. Тот случай, когда опыт одного из участников повлиял на убеждения начинающего свой путь в бадминтоне спортсмена. Это означает, что следующая попытка будет еще сильнее, еще более упорнее. Я, может быть, начну ходить принципиально, пока не достигну каких-то очевидных результатов.